реализует свои моменты. Это важно. По сути, было два явных шанса забить в первом тайме. Оба раза мяч оказывался в сетке. Ой-ой-ой, да, тут очень больно. Якубу Янгто. Ну, прям вот прямой наводкой, да, самое неприятное. Ну вот те самые падения. Если придираться, то, наверное, можно увидеть здесь толчок в спину Лоренцо Тонали. То есть так можно выразиться, да, что если и было нарушение, то именно против игрока Сампдории. Но назначать такое пенальти судьи не стали. Напоминает нам, что Янгто забил четвертый мяч сегодня в чемпионате. Ну и практически догоняет он Квальярелло, у которого 5 мячей. Ну, там с гора 2. Как и Эгделя, как и Торсбю, как и Верре.